Гродненский фестиваль уличного искусства набирает обороты. В предстоящую субботу он пройдет в пятый раз и уже в формате международного. Порадует гродненскую публику уличный театр и цирк из Украины, а также батлейка из России. Всего же на улице города выйдут более 250 участников фестиваля. Уличные музыканты, актеры, мимы, живые статуи, повелители огня. В 4 часа вечера все они пройдут шествием от Советской площади к сцене в парке имени Жеребера, где состоится торжественное открытие биг-мини-фестиваля. В 17:30 в Швейцарской долине, в самом парке и по улице Советской начнут работать разные площадки. Это будет дворик Гродно Плюс. Там будут работать уличные театры, сама улица Советская. Будут тоже работать интерактивные театры, живые статуи, мимы, очень много разных, на самом деле, артистов. Будет проходить турнир лучников в Швейцарской долине. И на сцене в парке Жеребера будут выступать музыкальные группы. Организаторы фестиваля также подготовили для гродненцев и гостей города сюрприз с белорусским колоритом. На протяжении улицы Советской прохожие в самых неожиданных местах смогут ознакомиться со стихотворениями белорусских авторов. Завершится фестиваль в час ночи огненным шоу. Всех горожан приглашают принять участие в уличном празднике.